вам для всех жителей нашего села и нашего района событий – открытие нового здания школы. Вот и наступил день, который мы все так долго ждали. Слово предоставляется временно исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Республики Дагестан Абдумусимову Евгению Абдумусимову. Сегодня вот этот праздник благодаря тому, что руководство как Республики Дагестан, так и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации принимает все меры, чтобы наши дети, дети наших сельхозтоваров производителей обучались в комфортных условиях, условиях, которые никак не отличаются от городских условий. Поэтому я от себя лично искренне поздравляю вас с этим прекрасным днем. Поздравляю учителей, у которых сейчас будут тоже соответствующие комфортные условия образовывать наших детей. Поздравляю и вас еще раз. Я хочу вам передать поздравления и пожелания всего наилучшего от имени главы Республики Дагестан Сергея Леонидовича, от имени представителя правительства Абдубака Гаджиевича и представителя парламента Хазиевича Шусейна с открытием новой школы. И это первый объект Республики Дагестан, который в рамках года столетия Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики, которая открывается в Республике Дагестан. Еще раз вас с праздником и с столетием Дагестана, еще раз вас с введением строй к началу обучения новой школы. На нашем мероприятии присутствует нужный многонациональный коллектив «Судов Зор» во главе с руководителем. Все мы учимся в разных школах. На разных путанах живем. Но мы часто встречаемся вместе и соединяемся нашим боем. Нас пришли поздравить коллективы художественной самодеятельности Бабаютовская школа-интернат номер 11 и Нанимиканская средняя школа. Старая школа была аварийной и соответствовала новым стандартам.
А теперь новая школа «Вступив в строй» значительно облегчает получение качественного образования. Слово предоставляется главе муниципального района Волховский район Гамзатову Руслану Степановичу. Прежде всего, от лица всех жителей нашего родного Волховского района сердечно хочу поздравить всех вас с таким замечательным событием, замечательным поводом, который собрал всех нас. И он тем ценнее, что мы очень долго его ждали, но заслуженная награда для всех наших детишек, конечно, не заставила себя ждать. Прежде всего, хотел бы, конечно, поблагодарить всех, кто приложил руку к тому, чтобы эта школа была возведена на территории нашего Бирюкутана. Мы все знаем, что жители села Алакин, в частности Бирюкутана, всегда славились своей образованностью, своей воспитанностью. Наши школы вырастили и воспитали множество достойнейших людей, которые с честью представляют не только наш район, но и всю республику далеко за их пределами. И уверен, что нынешнее вот это поколение наших школьников с честью продолжит эту славную клеяду выходцев из нашего района. Конечно, мы все знаем, что хоть и принимают человека по одежде, но провожают всегда по уму. И будет пожелание, конечно, нашим детишкам учиться и стремиться к знаниям. Потому что умных, образованных людей всегда ценят и всегда их уважают. И принимают горько, так скажем. И уверен, что и опытные коллективы нашей школы, которые пользуются большим уважением в педагогической среде, приложат свои усилия и сделают все для того, чтобы из этих детишек вышли самые лучшие члены нашего общества. Конечно, наши прикутанные хозяйства требуют особого внимания, особого такого отношения, учитывая такие сложные условия, в которых приходится жить нашим жителям. Все знаем, что именно эти наши прикутанные хозяйства являются кормильцами всей нашей республики и страны. От вас зависит и именно продовольственная безопасность, обеспечение продуктами питания и все свое население. И подобные, конечно, трудности и то, как вы переносите их и как вы достойно трудитесь на этой земле, и вызывает только уважение к вам и почтение. Мы все знаем, что люди, представители сельского хозяйства, всегда пользовались особым уважением, к ним было особое отношение среди общества, среди наших людей, потому что мы понимаем, какой у них сложный труд, в каких условиях им приходится работать, и как важна для нас работа и все, что они делают. Мы знаем, что наше руководство республики, руководство страны особое внимание уделяет, конечно, в сфере образования. И это вполне обосновано, потому что фундамент личности закладывается именно в образовательной организации. И сегодня школы призваны не только обучать, но и воспитывать, что также является первостепенным для формирования полноценной личности. И со своей стороны хочу поблагодарить и руководство республики Дагестан за вот это внимание, результатом которого стало строительство такой прекрасной школы у нас в Бирюкутане, и в частности Абу Муслима Мухидиновича, который большую работу провел для ввода его в эксплуатацию, которая, к сожалению, затянулась. Пусть эти трудности лишь закаляют нас. Когда что-то легко достается, мы порой не ценим. Тем более, так трудно доставшаяся нам школа, я думаю, мы будем еще бережнее относиться к ней и беречь, и сохранять ее не только на для нынешнего, но и последующих поколений наших учащихся. И со своей стороны, конечно, хочу сказать большое человеческое спасибо всем, кто приложил руку к строительству и подрядной организации, и заказчику лице Магомеда Байбековича, которые выполнили колоссальный труд в нелегких условиях, несмотря ни на что, обеспечили качество выполнения работ, чему мы безмерно рады и что мы можем сегодня наблюдать. Конечно, со своей стороны хочу пожелать всем жителям села только процветания. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уют, а ваши дети вас всегда радуют своими достижениями и в обучении, и в спорте. И желаю, чтобы вы всегда гордились этими детьми. Спасибо вам большое. Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! День необычный сегодня на свете. Музыка всюду, улыбка и смех. Новая
учителям, малярам, электрикам, рабочим и водителям. За школу вас благодарим, доверие оправдаем. И все в порядке сохранить мы все вам обещаем. Что желаю день рождения? Что желаю день рождения? Мнений двух, конечно, нет. Понимание, вдохновение, достижений и побед. Чтобы мимо проходила ни весенняя полоса, чтоб ведущие уроки не срывали голоса, чтоб в столовой чай горячий и, конечно, пирожок, чтоб покушать, а иначе и урок пойдет не впрок. Чтоб ребята утром ранним собирались на крыльце и со сделанным заданием, и с улыбкой на лице, чтобы были все друзьями, чтоб во время перемен не решались кулаками существо своих проблем. И еще здоровья детям, свежих сил учителям, в школе нашей долголетия, счастья и успехов нам! Хотим сказать спасибо всем тем, благодаря кому этот праздник стал возможным. Временно исполняющему обязанности главы Республики Дагестан Меликову Сергею Алимовичу и ответственным членам правительства Республики Дагестан, директору государственного казенного учреждения Республики Дагестан Дагсельхозстрой Юсупову Магомеду Майрбековичу, Вахидову Шарабудину Шахбановичу, Заурбекову Джабраилу Абдукадыровичу, коллективу общества с ограниченной ответственностью «Арт-Олис» во главе с руководителем Алиевым Игорем Александровичем, абсолютно всем и каждому вложившему частичку своей души в строительство нашей школы, всем родителям и учащимся, принявшим активное участие в многочисленных субботниках. Thank you.
Сегодня на нашем празднике присутствует заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Марухова Альбина Сетербековна. Я поздравляю всех нас с этим замечательным праздником. В этой школе созданы самые современные условия для обучения и воспитания наших детей. Я уверена, что из этой школы выйдут достойные патриоты нашей Родины, нашего Дагестана и нашей России. Поэтому прежде всего от нас всех присутствующих хочется сказать слова благодарности строителям этой прекрасной школы, всем тем, кто имел отношение к строительству этой школы. Я рада, что есть такая школа, и к тому же этот год, это год столь объявлен годом столетия ДСР. И первая такая школа, которую мы открыли в этом году, является ваша школа. Это тоже очень знаково. Дорогие ребята, я уверена, что вы будете самыми прежними. Вообще школьникам всегда свойственна великая, большая любовь к вашей своей школе. Я уверена, что вы действительно будете прославлять вашу школу, что из этой школы выйдут достойные граждане нашей России и нашего Дагестана, что вы прославите эту школу вашими успехами и внесете большую лепту в социально-экономическое развитие нашей республики. Самое главное, растите правильными, достойными людьми. Это самое главное в нашей жизни. Поэтому я вам желаю всяческого добра. Я желаю вашим педагогам творческих успехов, чтобы они работали с вами и привили вас самые лучшие человеческие качества. Я уверена, так и будет. Еще раз всех с праздником. Будьте успешны. Желаю вам, чтобы все ваши цели, которые вы наметили, все они сбылись. С праздником, дорогие друзья. Слово от имени общественности нашего села предоставляется Зикрулаевой Зайнаб Зикрулаевне, проработавшей в нашей школе 40 лет. Я хочу выразить огромную благодарность главе Республики Дагестан, всем тем людям, которые помогали нам в строительстве этой школы. Мы горды тем, что наши дети могут сегодня продолжать в таком замечательном здании образования. И поэтому всем гостям спасибо, вы наша поддержка, вы наша опора, без вас мы, конечно, ничего не смогли бы. Всем спасибо. Вы были опорой нам, истоком нашей педагогической деятельности, помогали советами в трудные моменты, направляли верное русло. Спасибо вам от лица всего коллектива. Знайте, что вы в наших сердцах, сердцах благодарных учеников. На этом торжественном мероприятии по техническим причинам, посвященном открытию нашей школы, объявляется закрытым. Приглашаем всех гостей на экскурсию по школе. Thank you.
этих землях по объектам соцкульбыта нам было доложено главе республики Сергею Алимовичу Меликову. И соответствующее поручение он дал правительству. В правительстве создана комиссия, которая занимается всеми этими вопросами. Данное образовательное учреждение получило лицензию, и его сегодня мы официально ввели. Просто вот за последние буквально 1.5-2 месяца мы сумели скоординировать действия всех наших органов исполнительной власти, и в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами мы ее ввели в строй. У нас есть классы дополнительного образования «Точка роста», значит, по четырем направлениям. Это шахматы, технология, основы безопасности жизнедеятельности и информатика. Четыре направления по доп. Образованию. Опять-таки спортивное направление, художественное направление, физкультурно-спортивное и техническое направление.